Меня зовут Александр Никитин, я мастер спорта по боксу и тренер школы «Альпийская надежда». Сегодня мы с вами разберем удар по печени левой ручкой в стойке. Плечи должны быть расслаблены, удар должен быть хлесткий, быстрый, незаметный и направлен именно вперед. Для начала отработаем это мы на снаряде. Подходим к снаряду в среднюю дистанцию. Средняя дистанция – это для нас вот вытянутая ручка. Здесь мы находимся рядом с соперником уже. В этом положении это хорошо применять, когда соперник находится уже у канатов, вы его поджали. И здесь уже через обманное движение пробиваете удар по печени. Скоростной на взрыв, нанесенный с максимальной скоростью. Сейчас покажу в медленном темпе, как это удар бьется. Для начала вот так. Вы атакуете правый удар. Вот. То же самое действие вы делаете для удара по печени. Бросаете плечо. Вот. Развернуть себя, с пятки развернуть и зарядить на левую ножку. И здесь максимально возврат, удар по плечу, но вперед. Не в сторону туда, на себя не гребем, а удар бьется на месте и вперед. И назад не оттягиваемся, это для многих боксеров ошибка. То есть они оттягиваются, масса теряется уже, и сила удара уже, в принципе, не та. А здесь должно быть на скоростях, бросили плечо и удар вперед. Встали снарядом, показали сюда, оп, зарядились на левую ножку и удар. Раз, ручка на защите, ручка у нас на подбородке, движение начинается. И раскручиваем вперед, кулачок вперед, все движение. И помогаем тоже левой ногой, то есть взрываемся и немножко поворачиваем пятку. Сели, зарядились сюда. Теперь покажу, как это выполнять уже более на скорости. То есть встали к снаряду на средней дистанции. Здесь бросаете плечо максимально быстро и удар наносите уже левый снизу. То есть кулачок доворачиваем вперед. Все. Плечи должны быть расслаблены, удар должен быть хлесткий. Быстрый, незаметный и направлен именно вперед. То есть не в сторону, а именно движение вперед. И здесь пробиваем, если вы работаете со снарядом здесь, у вас от туловища идут рельсы, то есть удары у нас должны пробиваться левой ручкой, это вперед сюда, правой мы пробиваем сюда. То есть не крест-накрест сюда и не в центр, да, пробиваем, а именно сюда и сюда, вот в этом положении. Прям по рельсам от своего туловища, потому что соперник находится с правой стороны печень. А для вас, для правши, это находится с этой стороны. Чтобы нанести удар по печени, для начала вы должны зарядиться на правую ножку, сидим на правой ноге. С этого положения, то есть вы бросаете максимально быстро, просто разворачиваете плечики, именно с пятки разворачиваем, садимся на левую ножку. Вот сейчас я сижу на левой ноге, у меня масса тела на левой ноге. И с этого положения я атакую уже. Вперед. Раз, вращение ног, оп, пяткой сели на заднюю ножку, ой, на переднюю, на левую, и отсюда выносим удар уже. Часто ошибки это бывает, когда они делают защитные действия, бросают, то есть переносят вес тела на левую ножку, сюда перенесли на вращение, опускают, поворачивают ручки, во-первых, сюда убирают, то есть у них здесь полностью открывается уже лицо для нанесения там атаки, да? Мало ли, боксе неожиданно могут удары прилететь, поэтому здесь ручки должны быть всегда на защите у нас, когда защищаем подбородок. И во время удара, то есть кто-то наносит удар, многие бывают, что они смещаются назад. То есть видите, у меня удар, в принципе, не дошел до цели. И он так уже, массы нет, именно просто уже касание получается. А здесь вы должны отправлять массу туда, прямо с ноги, выталкивать вперед. Но также у нас правая ручка должна быть всегда на защите, на поворотке. Если уберете ручку, можно пропустить встречный удар.